Для того, чтобы вам было понятно, я буду пояснять. Итак, Россия, Самарская область, город Тольятти. Мы видим в 20-м квартале НЛО. На северо-восток, прямо над домами, мы наблюдаем странную точку, которая на самом деле она не двигается, она стоит на одном месте. 14 января 2009 года мы наблюдали ее весь вечер, оно патрулировало над домами. Итак, еще раз повторяю, эта точка, она неподвижно стоит и двигается только потому, что, ну, дрожит рука с камерой, когда я ее снимал. Она уже не первый раз появляется и висит, вот так зависает, буквально весь вечер, переливаясь всеми цветами радуги. Мы уже снимали ее и потом просто удалили, подумав, что это ничего не означает. Почему мы сейчас начали снимать? А потому что заметили, что она не всегда появляется, и это не похоже на звезду, потому что звезды, они так себя не ведут. И вот снова вот это НЛО появилось 14 января и зависло над домами. Итак, изучаем. Обратите внимание на то, что вот эта точка не просто светится и мерцает, как можно подумать, а именно переливается разными цветами и меняет форму. Несмотря на то, что камера не может уловить, у меня очень простая камера такая, не мощная, и это не телескоп. Все же видно, вот, например, сейчас, видно, как переливается это НЛО, этот объект. Я пытался камерой поймать и достаточно, ну, чтобы не двигаться достаточно долго. Рука уже затекла. Но все равно вы видите, как этот объект мерцает. Это точно не звезда и точно не спутник. На пленке видно, как она то приближается, то удаляется. Я серьезно, Лен. Это не звезда. Я стараюсь камеру держать прямо. Вот сейчас вы слышали мои восторженные восклицания, потому что действительно, когда я снимал этот объект, у меня было очень много эмоций и чувств таких странных, да? Потому что, с одной стороны, здравый смысл говорит, что это просто какая-то звезда, и она мерцает, но вы видите, что это не так. Сейчас я буду немножко камеру приближать, чтобы показать вам, что вот откуда я снимаю это все. Вот буквально уже через несколько секунд я это сделаю. И поэтому звезда немножко удаляется, она становится маленькой. Я это сделал для того, чтобы показать, что я это не где-то снимаю, а именно в городе и из окна своей квартиры. Вот сейчас уже я это сделаю. Сейчас. Вот как раз я поставил камеру и начал удалять. Вот здесь я снимаю. Вот так вот я снова приблизил и ловлю этот объект в объектив. Сейчас он снова появится. Вот, он появился. Чуть-чуть поближе, чтобы можно было разглядеть. Теперь он будет не по центру, а вот пониже. Но можно будет разглядеть. Итак, 14 января 2009 года. Весь вечер над 20-м кварталом города Тольятти патрулировал неопознанный летающий объект.